В сценарии есть такой эпизод «Тыловая деревня подмосковная», в которой готовятся солдаты перед непосредственным отправлением на военные действия. И это для меня как художника, конечно же, отдушина. И мы хотели найти именно правильную деревню, в которой сохранилось все, что могло быть 60 лет назад. Дом этот был пустой. Мало того, что он был пустой, он был полностью разграблен и несколько раз сгоревший. Но мы-то, собственно, за него подхватились и полюбили его из-за его чистых, настоящих, деревянных, незашитых стен, что сейчас, как выяснилось, большая редкость. Казалось бы, это должен быть абсолютно нейтральный, обыкновенный интерьер, обыкновенная деревня. Но хотелось бы показать, что в деревне все настолько прекрасно, все сохранилось настолько старое, хорошее и важное, чтобы опять же войну мы увидели и ужаснулись. Ручной спокойный труд, неспешный быт деревенский. То, что, в общем-то, людям было что терять. И вот здесь вот выбелище. Бельишко, исподняя солдатская. Что, братцы, поотдыхали будет нам. Оп. Оп. И именно здесь готовятся солдаты, которые тоже еще не окончательно верят, что война так страшна, они еще ее не видели. Так что впечатление у нас. Пожалуйста, приготовились. Давайте, Серёж. Молодцы. Вот, так оно у нас то и было.